Книга джемов. Джем яблочный. Ладно, я шучу, это просто для антуража. На самом деле я хотел бы говорить про другое. Я как-то узнал, что такое лупер, и, во-первых, был в шоке, что такая штука удивительная есть. Во-вторых, вот вы пробовали записать туда аккорды просто ровно. Оказалось, это не так-то и просто. Когда ты достигаешь такого уровня, возникает вопрос, что туда записывать и что играть сверху. И как из этого безобразия сделать песню, если у вас лупер простой, с одной кнопкой, с одной дорожкой. Чтобы покупать лупер побольше, луп-станцию, сразу скажу, что не обязательно покупать большую педаль луп-станцию, чтобы иметь много дорожек. Достаточно на iPhone, либо на iPad скачать приложение, которое называется Loopy Pro. Я об этом приложении уже рассказывал на канале. Коротко, это приложение-конструктор. Там можно добавлять бесконечное количество этих дорожек, плагины с эффектами, накладывать их на что угодно, там встроенный микшер есть. Там же можно использовать сценарий автоматизации, чтобы не прыгать по педалям. Можно свой сценарий песни забить, и оно будет делать все само. Это все можно использовать на сцене, подключив профессиональное музыкальное оборудование. Но если вы хотите просто джемить дома, вам достаточно наушники, любые проводные, и встроенный микрофон в айфоне, и этого за глаза. Но по-прежнему вопрос, что туда записывать-то, и что играть сверху? Вот для этого я и сделал эту книгу джемов. Ну, не конкретно эту, напоминаю, что это просто антураж. Книга джемов — это видеоуроки, обучающие трем вещам. Первое — это мои авторские композиции. Я сочинил 5 авторских тем. И, соответственно, сделал видеоразбор каждой из этих тем с табами, с нотами и как это играть все с Loopy Pro. И в этих темах я еще оставил для вас пространство для импровизации. И, конечно, инструкции для этих импровизаций будут в уроках этой книги джемов, этого курса. Второй аспект. Почему, собственно, Loopy Pro? Почему джемы именно с Loopy Pro, а не с любым лупером? Дело в том, что в Loopy Pro можно очень гибко настроить работу лупера, настроить его логику, и можно делать реально песни с аранжировками, да, а не просто такой луп, где мы вот слои сверху записываем и записываем, как в случае с обычным однокнопочным таким лупером. Вы сможете после курса уже делать свои аранжировки, может быть, с авторскими темами, может быть, с каверами. Очень удобно то, что в Loopy Pro есть встроенный рекордер, то есть все, что вы играете в него, не только лупы, ну, как бы вообще весь ваш джем, вся ваша песня, может быть, тут же записано. И просто аудиофайл вы скидываете куда хотите. Но если вы хотите продолжить дальше работу с песней на компьютере, то там есть инструмент, который позволяет все ваши лупы подорожечно экспортировать в компьютер и уже дальше продолжать работу с песней. Это, мне кажется, очень круто для авторов-исполнителей. И третья вещь — это, собственно, само приложение Loopy Pro. В процессе курса покажу самые его удобные, самые важные функции, и мы построим вместе с вами свой шаблон, лучше будете понимать программу и сможете ее кастомизировать под свои сценарии использования. Бонусом к этим джемам я отдельно записал урок про виртуальные барабаны для Loopy Pro. Мы можем прям их настукивать по экрану iPhone, либо iPad, либо можем программировать здесь, либо можем подключить такой вот MIDI-контроллер. Ну, либо по старинке стучать по гитаре. Кстати, если вы хотите пожалеть свою гитару и вам не нравятся звуки виртуальных барабанов, то я для вас записал перкуссию, как бы сэмплы своей перкуссии для гитары, поэтому вы сможете в своих проектах использовать звуки моей перкуссии. Просто по одному звуку, там бочка отдельно, мало и так далее. Я вот это все записал. И отдельный бонус для тех, кто хочет играть на сцене. Потому что в Loopy Pro на самом деле есть много разных способов записать луп. Можно это делать просто под клик, как в компьютере, в каком-нибудь Cubase. Можно делать автоматически, то есть Loopy Pro умеет автоматически обрезать начало и конец лупа. Тоже вам не надо никаких педалей. Но можно и использовать напольные MIDI-педали. И вот в
этом курсе я записал бонусом видео о том, как выбрать, какие бывают напольные MIDI-педали, MIDI-контроллеры, и как подключить к Loopy Pro и синхронизировать, заставить работать это все как надо. В любом случае, все подробности у меня на сайте, на gofingerstyle.com, и я надеюсь, вам понравится эта книга джемов. Пока!